Всем привет, дорогие друзья мои, подруги. С вами, как всегда, Алекс и лучшая игра, на мой взгляд, лучшая РПГ, лучшая игра в открытом мире – это Elden Ring. Если ты не заметил, то качество видео гораздо поменялось. Конечно, Elden Ring у нас на максималках, но, как ты видишь, на мече отблески какие от огня, и у нас включен трассировка лучей. Я хочу посмотреть этот замок, а кончили мы с тобой здесь на том, что я снимал тебе гайды. Все по новой, полностью персонаж по новой. Игру мы, я напоминаю, прошли уже раза 4, наверное. Вот, и это новый абсолютно персонаж, ни НГ плюс, никакая новая игра плюс. Просто новый персонаж и новый Elden Ring. Я его безумно люблю, поэтому решил начать все по-новому, показать тебе, так сказать, как лучше стартануть, и эти ролики есть. Конечно, они есть. Слушай, отлично. Игра чувствуется с трассировкой лучей совершенно по-другому. Какие еще изменения у нас были здесь в Elden Ring? Все очень просто. Бафнули все сильное оружие, все тяжелое оружие. Вот, все. О, начать битву на арене Колизея. Я сетевую игру как раз только отключил, потому что хотел позаписывать. И везде вот эти вот подсказки повылазили, знаешь, я их не очень люблю, белые. Они мешают погружаться в эту атмосферу. Вот, в прошлом видео мы с тобой пробовали зайти в Колизей, но сейчас ты можешь лицезреть. Я не думаю, что YouTube сильно пережмет тебе качество, но все-таки он пережимает. Вот он этот, наш носастый персонаж. А вот она, наша девочка. Давай поговорим, посмотрим, как она. Рада тебя снова видеть, да, 250 тысяч раз мы встречались, вот, по-прежнему она здесь, потому что нам по-прежнему надо в замок, давай пройдемся, с трассировкой лучей очень красиво, в общем, тяжелое оружие бафнули, и, кстати, бафнули этот клык-ищейки, который у меня тоже бафнули, и это довольно неплохо. О, что тебе нужно? Он мне дал. Что тебе нужно? Так, бабули. Бабули здесь. Смотри, какое освещение, а. Какое освещение. А давай теперь выключим трассировку лучей. Трассировка лучей выключена. Совершенно все по-другому, как мне кажется, здесь теперь стал. Вот, абсолютно по-другому. Да, здесь стало как-то ярче, свет везде. Давай включим теперь трассировку лучей. На максимум, конечно, на максимум. Вот, и все сразу поменялось. Смотри, как потемнее стало. То есть свет начал падать туда, куда нужно. Туда, куда нужно. И гораздо красивее все стало. Ну, ладно, мы пойдем куда-нибудь пробежимся. Допустим, куда-нибудь вот сюда, вот к башне Ленне или третий храм Марики. Я даже не знаю, куда лучше пробежаться. По Лемурии, возможно. Возможно, даже вот предместье Академии здесь будет лучше видно. Итак, вот она наша озерная Лемурия. Лиурния, Лемурия, не знаю, как правильно назвать. В общем, здесь, наверное, по максимуму будет загружена трассировка лучей. Я так думаю. Попробуем пробежаться днем, попробуем пробежаться вечером. Вообще довольно неплохо. Смотри, огонек какой. Да, давай выключим еще раз. Давай выключим. А, кстати, я что-то в 1080p начал. Ну и ладно. Да, то есть оно мутно и некрасиво. Как-то. Ну, где же такие изменения серьезные прям вот? Можно включить. Кстати, вообще никак не... А, ой, это что я... Это что-то не то. Так. Трассировка лучей, вот она, максимум. Ну, вода становится как бы какой-то реалистичной. То есть свет падает реалистично.
очень реалистичная, я бы сказал бы, такая, где мы по карте находимся. Вот, а давай сходим вот сюда, вот к Дракоше, да? Пробежимся. Поставить путевой луч. Там можно поставить его уже, а? Я даже не вижу. Р, метка. Давай метку какую-то поставим. А, я ж здесь ставлю, ёб твою. Налево. Это надо вот так сделать. Ты видишь, как я давно не играл. Вот. А здесь все поснимать. Вот. И метку надо снять. Удалить все метки, да. А здесь вот. Вот у нас. На троечку. Нам вот туда. Вот это двоечка. Подожди, где троечка? Троечка вон. Побежали, украдем у дракона ключ. Мне очень интересно, как это будет выглядеть сейчас. С трассировкой лучей. Мы же включили ее, насколько я понимаю. Обычно в 2К. Но я когда зашел, он постоянно в 4К почему-то хочет. А в 4К и в 2К почему-то эту игру OBS очень нехорошо записывает. Вот. И возможно, надо сделать какие-то настройки. Не знаю, с чем это связано, но OBS себя чувствует максимально плохо вообще последнее время с обновлениями своими. То звук пропадает, то еще что-то. Ну и, конечно, жрет кадры. Кадры в секунду жрет он неплохо. Но на Elden Ring это вообще, скорее всего, на киберспортивные игры как-то влияет. На Elden Ring здесь сугубо 60 кадров, как вкопанные. Я что-то не нашел, где можно разлочить это дело. Вот, 60 есть и все. Я помню, где дракон. Примерно возле этих скал. Так, уйдите, уйдите. А вот летят лучи, слушай, очень красиво. Очень красиво прямо. И очень опасно. А я примерно помню, где дракон и где ключ этот самый. Вот, раньше его можно было украсть. Если я сюда забрел, конечно. Но вроде как и нет. Вроде как и сюда, да. Просто чуть-чуть не туда. Чуть-чуть не туда сбился. А это значит, что я давно не играл в Elden Ring и очень сильно жду огромного, крупного обновления. Я хочу огромное, крупное обновление Elden Ring. Вот так. Огромное, крупное обновление. Это как раз по мне. Так, я бегаю так по кругу. Не просто так. Я хочу обойти всех этих чудиков, потому что там с драконом придется чуть-чуть повозиться, конечно. Так, уйди, уйди, не трогай меня. Игру прошел я несколько раз, несколькими способами. Были у меня многие концовки. А, вот там и дракон, походу, да. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться. Слушай, смотри, какой луч. Какое отражение в воде. Я надеюсь, ты это видишь. Вот он спит. Офигеть, как красиво. И мне надо пропрыгать сюда. Дракоша, прости. Прости, прости. Вот он ключ. Вот она вся фигня. Да, я знаю, ты сильный. Ты мощный. Ты хороший. Ты хороший. Ты помнишь, как мы с тобой дружили? Как мы дружили, как я тебя фармил. У нас была любовь. Ой. Блин, ну не настолько ж все было, а? Плохо у нас с тобой. А, не та кнопка. Смазка. Я смазку взял. Но ключ я взял от Академии. Дракоша, извини, до свидания. До свидания. А! Это что, прощание такое? Нифига себе, попрощались. Здравствуйте, товарищи гоблины. Вот эту дубинку, кстати, тоже бафнули очень сильно. И вот это бафнули. Прошлым персонажем, в прошлой жизни, я хотел сказать, да, в прошлой жизни я их фармил. Видишь, вот эти дубинки, они очень мощные. На самом деле, у меня много топового оружия и, ну, переснимать с патчем 1.09 их смысла нету, потому что они такие же, в принципе, как и были. Как тебе клыки-щейки?
Ой, скоробей слез, да я знаю, кто это. Жизни пополнить мне. Там уже кто-то очень красиво, в основном деревья, смотри. Какие желтые лица, там никто не помешает. Какие цвета, сейчас я выключу еще раз трассировку. Вот и, блин, трассировку лучей, и надо будет в 2К потом настроить. Потому что, вот, выключить вообще. Смотри, какое блеклое все сразу. То есть, не, оно красивое, да, но нету вот этого вот сияния, этих отражений, видишь? Отражения такие более статические. То есть, мне трассировка лучей, в принципе, всегда максимум нравится. Во, ты видишь изменения какие сразу? То есть, оно не яркое становится, нет, оно не ярче, не сочнее. Оно правильнее становится, живее. Вот, если тебе нравится Elden Ring, и ты тоже ждешь обновления, хочешь, чтобы я за этого персонажа погулял. Ну, не то, что погулял, да, а прошел. Прошел хотя бы до первого босса. А может, прошел полностью ее снова, пятый раз. Прямо с тобой. Прямо с тобой на роликах, возможно, и стрим. Вдруг ты хочешь, я же не знаю. Ты... Напиши мне. Обязательно. Клыки-щеки, слушай, хорошие, но я бы руны здесь... Куда? Подожди, нет. Не стоит этого делать. Не стоит этого делать. Не стоит меня бить здесь. Слушай, ну, с трассировкой здесь классно. Здесь это, ну, как новая игра получается. Единственное, что размытие в движении... А, я выключил, наверное, да. Потому что оно, ну, очень конченое. Да-да-да. Руки помнят. И делают. Так, хорошо. Что я хотел сказать. Посмотрели... На Elden Ring с трассировкой лучей, мне кажется, в Лемурии это лучше всего сделать. Но и здесь красота неописуемая стала. В общем, знаешь, что еще хочется посмотреть ночью? Именно ночью хочется посмотреть. И, пожалуй, на этом закончим. Если ты хочешь, чтобы я прошел ее полностью. Еще раз я сделал тебе гайды, ролики, которых и так куча на канале. В принципе, наверное, топ-1 по гайдам, по роликам. Уйди ты нахер, я ночь хочу. Вот, то ты мне напиши это обязательно в комментариях, и по твоим лайкам я тоже проориентируюсь. Здесь смотреть особо нечего в этом обновлении, ну, кроме трассировки лучей. Скоротать время до ночи хочу. До ночи хочу скоротать время, чтобы посмотреть трассировку лучей. Во. Во, просто гайды по оружиям есть, все есть. Очень красиво. Прям ночь и есть ночь. Вот, а также ОБС надо перенастроить, чтобы в 2К он записывал, а то он что-то в 1080 полез мне. Вот, и игру я могу, конечно, и в 4К включить тебе, но оно запишет, конечно, очень некачественно ОБС. Это дело. Кстати, в 2К на максималочках абсолютно классно играется она. Иди сюда. Слушай, я кайфую от Elden Ring. Столько время в него играл. Столько часов. Столько часов фармил боссов. Фармил всех. И до сих пор эта игра просто кайфовая. С вами был, как всегда, Алекс. Вот такой вот патч. Добавили только трассировочку. Ну и оружие. Некоторые бафнули, некоторые не бафнули. Но в основном бафнули. Вот это двухручное оружие, да. Вот такой вот клыки-щейки, молоты, кувалды и все подряд бафнули. Бафнули, оно теперь все очень хорошо работает. Пока-пока, до скорого, увидимся.